Ладно, давайте закончим перерыв и продолжим дальше изучать этот остров. Ну, мы в целом пообщались со всеми, кроме Джудит, которая непонятно где. Ой, какой-то все-таки тут приятный воздух. Да, согласна. Но также я чувствую какой-то странный привкус в этом воздухе. Ладно. Да, прикольно тут. О. Так, а это что? Руины? What the fuck? Так, а тут чё? Стоп, тут и Нина! Она чё тут забыла? Учитывая, что тут съемочная группа, походу они снимают тут еще. Ладно. Ладно. Так. Не могу поверить. Неужели это там Нина и режиссер Рам? Ну, жаль, что не Гочи, ну ладно. Похоже, что Джудит присоединилась на данный момент к ним. Это неудивительно, ребят, что мы ее не находили. Да, похоже, что они приехали сюда для съемок фильма. Давайте хотя бы поздороваемся. Да, действительно. Да, кстати, там колокол. Я тоже видел. Так. О, здравствуйте. Я не знал, что вы тоже все приехали на остров Немет. О, давно не виделись, мы ребята. Я все еще ваш должник после кинофестиваля. Ванса! И ребята из офиса решения проблем? Ко мне только подошла как раз сэмпай, и я была в шоке. Вот это сюрприз, то что и вы здесь. Я действительно очень рада встретиться с вами снова. Да, я тоже рад. И удивлен. А ты вообще знал об этом, или как? Да нет, конечно. Я тоже была удивлена. Я, конечно, была в курсе, что они собираются снимать для какого-то фильма что-то на каком-то острове. Но, насколько мне было известно, место съемок не являлся остров Немет, верно? Неужели у вас возникли какие-то проблемы? Ну... Ну, к сожалению, на острове, где мы должны были первоначально снимать наш фильм, внезапно... Случилась плохая погода. Поэтому нам пришлось изменить изначальное расписание и выбрать место съемок
второго кандидата, а именно остров Немет. Мы сами приехали всего несколько часов назад, так что, возможно, мы лишь чуть-чуть раньше вас пришли сюда. Понятно. Да, похоже, вам нелегко приходится. Однако, насколько я вижу, вы пока что еще ничего не снимаете. Несмотря на то, что уже тут. Да. Нам нужно отправиться к месту, что находится за этим туннелем. Но, к сожалению, там бродят монстры. Монстры. Нам вроде сказали, что они не появляются вблизи виллы и в туристических местах. Да, так и есть. Мы не знаем, что послужило причиной, но похоже, их поведение отличается от их обычного. Мы собираемся сообщить об этом Вилли как раз таки. И полагаю, это означает, что сегодня вы не сможете ничего снимать в таком случае. Да, но мы как раз собирались перейти к обсуждению этого вопроса. Однако, представьте себе такую ситуацию. Именно в момент нашей нужды появляется группа спасителей, которые выручат нас. Что вы скажете? Потому что если все зависело от меня, я бы с удовольствием хотел бы попросить их помощи. Ты что скажешь, Нинакун? Ну, я понял. Да, я не против. А, то есть, другими словами, вы хотите обратиться к нам с запросом? Верно. Я понимаю, что это, наверное, прозвучит немного нагло, но вы не могли бы нам помочь? Я, конечно, понимаю, что вы в отпуске и все такое. Мне нужно, чтобы вы проводили нас через этот туннель к руинам, который как раз-таки находится впереди. И я бы был бы вам очень признателен, если бы вы обеспечили бы нашу безопасность с того момента, как мы доберемся до места съемок, до окончания съемок. Ага, понятно. Короче, ребят. Отдохнули, называется. Руины, значит. Ну, кстати, да. В туристической брошюрке было что-то написано про руины тут. Ну и, судя по всему, это довольно красивые руины. Я бы не хотела, чтобы мы упустили эту возможность. Смена острова и так очень сильно повлияла на наш график и сдвинула его. А учитывая, какая сейчас погода, она как раз-таки идеально подходит
для меня и для режиссера снять именно те кадры, которые мы задумали. Нина и режиссер могут, может быть, и выглядят спокойными, но на самом деле они очень страстно подходят к своей работе. Ну, в любом случае, что скажешь, шеф? Ван Сан? Поможем? Ну, я как Брейсер тоже не могу просто оставить это дело без внимания. Так что если Сприганы не возьмутся за это дело, то мы в гильдии возьмемся. Ой, боже ты мой, ладно, думаю, ничего не поделаешь. Мы как раз таки сейчас занимаемся изучением острова, так что почему бы и нет в рамках изучения острова. Мы как раз сами собирались посмотреть, что находится за пределами этого туннеля. Так что мы пойдем, посмотрим, что там к чему, и также обеспечим вам безопасность, пока вы будете в место назначения, в пункте назначения. Большое спасибо. Это, конечно, не совсем запрос для Сприганов, я бы сказал. Но как любитель кино, я не могу не помочь вам. Ой, как надежно. Ой, как надежно это звучит из уст такого большого фаната кино. Я никогда вам этого не забуду. Ну, в таком случае я бы хотел бы отправиться туда прямо сейчас. Что скажете, вы готовы? Ну, так, стоит ли мне начинать выполнять их запрос и сопровождать их прямо сейчас? Ну, мы можем согласиться, а можем отказаться. Ну, ребят, мы соглашаемся, верно? Закон надо прокачать. Мысли позже, какая разница? Так, почему мы не сюда потом вернемся? Ну, мы все равно выполним все. Ну, выбор есть все равно. Да, мы готовы. Итак, сперва нам стоит убедиться, что в периметре безопасно. Растов, так там красная цель, так что оно обязательно будет потом. Все равно мы и пойдем изучим. Господин режиссер, Нина, дождитесь нашего сигнала, и как только мы его подадим, следуйте за нами. Поняли?
Однако, как вы думаете, могу ли я пойти с вами? Как режиссер и как ваш клиент, я бы хотел бы сам тоже получше изучить и понять ситуацию. Ну хорошо. Только постарайтесь не держаться позади нас во время битв, хорошо? Спасибо. Я не создам вам неприятности. А что касается тебя, Нина Кун, и остальных из съемочной группы, идите за нами, как только все будет там безопасно. Понял? Господин режиссер, а можно я тоже пойду с вами? О, господи. Нина Кун. Мы не знаем, какие там монстры могут водиться. Так что если ты пострадаешь, Нина, это будет большая проблема. Поэтому будет лучше, если ты предоставишь все нам и сама останешься тут. А кто говорил, что ты пойдешь с нами? Да, я бы не хотел бы, чтобы кто-нибудь из актрис получила травму. В том числе, это и тебя касается, Джудит Кун. А, ну, да, наверное, вы правы. Но это также будет хорошей тренировкой для моих экшн-сцен, так сказать. Так что вам не нужно беспокоиться об этом. Ой. Когда она пытается кого-то обмануть, это звучит так ужасно. Я тоже хочу узнать больше об экшн-сценах и так далее. Для того, чтобы догнать вас, сэмпай. О боже. Для меня это будет хорошая возможность лично пронаблюдать за настоящим боем. Я не хочу упускать этот шанс. О боже, вы издеваетесь. Я буду очень осторожна, поэтому, пожалуйста, возьмите меня с собой. Нина. Это, конечно, немного даже смущает, когда ты говоришь мне такое. Ну ладно, ничего не поделаешь. Даже если я откажусь, она все равно рано или поздно заставит нас взять ее с собой. Большое спасибо. Нина подозрительная, а еще то, не то слово. Мне очень жаль. Но, пожалуйста, позвольте взять Нину Кун с нами. Сприганы будут отвечать за то, чтобы сопроводить вас до пункта назначения. Ну что ж, тогда в путь. Возьму Элэйн и Фейри, пусть будет. Ну, Астер, насчет Рама я сомневаюсь, а вот Нина, то, что необычно, это 100%, с ней что-то не то. На удивление, этот туннель был довольно длинным.
солнце так ярко светит, когда выходишь из него. Да, но мне понравилось это чувство. Просто кажется, будто мы настоящие исследователи. Итак, давайте тогда отправимся к этим руинам. Ничего себе тут... Оу. Ладно, ребят, ничего себе тут руины. Стоп, а это тоже что-то... В центре. Кажется, что тут еще больше природы, чем на главной улице, главной дороге. Все-таки это не улица, а дорога. Да, и отсюда уже можно разглядеть руины. Но они чуть-чуть дальше. И, как и говорил режиссер, тут действительно очень много монстров бродит. Но с этого момента мы должны быть начеку. Да, тут действительно есть признаки большого количества монстров. Особенно в руинах. Тогда давайте действовать осторожно и не терять бдительности. Так, ну ладно. Мы же любим миссии сопровождения, да, ребят? Ой, господи, я вспоминаю, конечно, сопровождение персонажей и в Соре. Было весело. Так. Блин, еще и музыка тут такая. Эрастов, потому что многие люди любят фейри. Я свою вайфу взял, поэтому я взял и вайфу других тоже, чтобы порадовать. Ну, я бы взял и Шизуну, но ее нету. Просто захотелось так. Ответ, так о нем никто особо не просит, плюс он не девочка. Так, это прямо как и сказал Ван Сан. Ай. Надеюсь, это было не громко. Да, их не только тут довольно много. Некоторые из них выглядят довольно опасными. Маленькие монстры, должно быть, собрались вокруг большого после того, как тот решил обосноваться в руинах. Они наверняка захотят потом расширить свою территорию, но мы их остановим до того, как они это сделают. А, в таком случае нам стоит изначально разобраться с большим монстром. Верно. Как только мы уничтожим вот того парня, который является ядром этой стаи, маленькие разбегутся. Но для того, чтобы добраться до него, все равно придется изначально разобраться с мелочью. Так, режиссер. Режиссер и Нина будут в опасности из-за них. Поэтому вы держитесь подальше. Поняли.
Ну, сэмпай, будь осторожны. Предоставьте все мне. Сейчас я покажу, что такое настоящий экшен. Так. Блин, все-таки стоило взять ресет, ладно. Блин, даже не проверил превращение у Джудит. Ну ладно. Ну и ну. Это они оказались сильнее, чем я думал. В каком месте? Да, это было невероятно. Режиссер Гоч, конечно, мне рассказывал о вас. Но я действительно был впечатлен, увидев ваши навыки вживую. Да, несмотря на то, что я не так хороша, как сэмпай в экшн-сценах, теперь я увидела, что наш разрыв еще больше. И еще раз увидев вас в настоящей битве, я еще раз убедилась, насколько вы великолепны. Лестью ты ничего не добьешься от меня. Как же я обожаю эту фразу переводить. Ладно. Мы разобрались с боссом этой стаи. Осталось только посмотреть на реакцию других монстров. Похоже, что они действительно убегают отсюда. Ну, все равно нельзя терять бдительности. Но вы, ребята, теперь сможете использовать руины для съемок. Ну что ж, надо пойти за остальными членами съемочной группы. Итак. Мы разделимся. Два человека останутся с режиссером и Ниной, а два пойдут за съемочной группой. Хорошо? Я тоже помогу, чем смогу. Так, после этого Ван и один из товарищей сопроводил съемочную группу, при этом сохраняя бдительность на случай появления монстров. Группа успешно добралась до руин без происшествий. Режиссер Рам сразу же приступил к поиску подходящего места. И вскоре, наконец-то, начались съемки. Итак, теперь, когда мы обеспечили периметр, территория должна быть безопасной. Так что, думаю, нам стоит пойти и закончить наши дела. Да, мы еще не закончили изучать остров, не так ли? И раз мы пришли сюда, стоит также эти руины осмотреть.
И самым интересным местом в этих руинах является вот то, что похоже на алтарь. Блин, мне это почему-то не нравится. Ладно. Интересно, не является ли это место остатками места, куда приходили люди из древней цивилизации, как в церковь или храм. Складывается такое ощущение, будто это в прошлом было действительно очень важным местом для вероисповедания. Но учитывая размер этого места, скорее всего, оно привлекало довольно очень много верующих. Скорее всего. Так, после этого Ван и остальные решили еще раз тщательно изучить всю территорию вокруг алтаря. Они не нашли никаких признаков того, что здесь может быть что-то спрятано или скрыто. Ну, судя по тому, что мы видели до сих пор, думаю, это все, что можно тут найти интересное. Ладно, осталось проверить, как там съемочная группа. О, вы уже закончили осмотр алтаря. Но, кстати говоря, вы же начинали снимать несколько минут назад. Что случилось? Нет, на самом деле у нас получилось с первого дубля снять все как надо. Поэтому мы как раз таки говорили о том, чтобы вернуться на виллу и отдохнуть. Чё, уже? Но после того, как вы приложили столько усилий, чтобы обеспечить нам это место, мне как-то неловко, что приходится уходить так быстро. Вы смогли снять сцену с первого дубля? Это потрясающе, Нина. Но я тебе тоже не проиграю. Самое главное, что вам удалось все снять без каких-либо проблем. Ну что ж, раз мы закончили на дела, тогда давайте мы вас сопроводим, режиссер Рам. Как это обнадеживает. Ну, тогда я еще раз полагаюсь на вас. Я же говорил, что это место что-то должно значить. Я же говорил, что тут что-то нечисто. Это слишком очевидно. Эй, Нина. Мы как бы уходим. Ой, простите.
Я иду. Будто кто-то удивлен. Ну, думаю, никто. Но, тем не менее, приятно. После этого группа Вана вместе с Ниной и режиссером Рамом и съемочной группой отправились обратно. Тем временем режиссер Рам начал проявлять большой интерес к стриганам и расспрашивать их о их работе. Ван и товарищи рассказали ему то, что они могут рассказать. Как сказать, не все, само собой, только то, что можно. И пока они разговаривали, Ван и его товарищи благополучно добрались до виллы. Ну что ж, большое спасибо за такой приятный разговор. Я, конечно, слышал о вас от режиссера Гочи и от Нины, но все равно было довольно интересно пообщаться лично со сприганами. Если попытаться описать вашу работу метафорой, это как будто вы являетесь шестеренкой, что соединяет две другие гигантские шестеренки, известные как преступный мир и нормальный. Интересно. И хоть эта шестеренка является маленькой, без нее оба мира перестали бы функционировать так, как сейчас. Ну, вы немного преувеличиваете. Давай, не мерись. Но я буду действительно очень сильно рад, если это послужит вам вдохновением для какой-нибудь другой работы, режиссер. Да? С нетерпением жди. Окей, ждем фильм про сприганов. Отлично. Ладно. Не буду вас больше задерживать. Думаю, нам стоит пойти и отдыхать. Да, действительно. Ну что ж, тогда еще раз спасибо вам за помощь. Мы планируем остаться тут еще несколько дней. Так что я надеюсь, у нас появится возможность еще повзаимодействовать, потусить вместе. Это хорошо. Это для меня большая честь, но я как-то немного обеспокоен тем фактом, что я смогу потусить с такой знаменитой актрисой. Вообще-то я тоже как бы знаменитая актриса, забыл, что ли? Ой, бывают моменты, когда я почти забываю об этом. Слышь ты! Отныне, даже если ты будешь меня умолять,
Я тебе никакого автографа давать не буду. Ни своего, ни других. Похоже, вы очень хорошо ладите друг с другом. Я даже немного завидую. Да. Вот, ребята, и квест выполнен. Ладно, это было хорошо. Так, Надю надо познакомить с Ниной, чтобы она у нее автограф на продажу выпросила. Во! Так, большое спасибо за работу. Так, мы разберемся с оборудованием, а потом сделаем перерыв. Это было действительно неожиданно. Эта поездка на остров Нем, это было действительно неожиданно. Это хороший шанс поесть вкусной еды и набраться сил для следующих съемок. Окей, удачи, пацаны. Кстати, я слышал, что вы познакомились с режиссером Гочи. А, нет, стоп. Кстати, я слышал, что вы встречались с режиссером Гочи, когда он снимал «Мизельдами» недавно. Вот именно встретились, они не познакомились. Они уже давно познакомились. Но такое чувство, что между вами какая-то странная связь. Этот фильм является совместным производством его и моим. И благодаря вашей помощи все идет действительно хорошо сейчас. Мы стараемся. Конечно, до выхода этого фильма еще далеко. Но ждите его нетерпением. Конечно, ждем с нетерпением. Походу, Нина отправилась на пляж. Ой, сейчас увидим Нину в купальнике. Да. Правда, стоп, тут еще и Фива. Температура тела каждого человека, что тут находится, выше среднего. Все это является результатом внешних воздействий и повышенного хорошего настроения. То есть, другими словами, все сейчас счастливы. Если все счастливы, Фио тоже счастлив. Ой-ой-ой, интересное место она выбрала. Ну, что-то как-то слишком обычно. Ну ладно. Я, конечно, слышал, что у тебя перерыв, но не ожидал, что ты придешь сюда. Да, действительно, ребят, очень интересная компания у Нины. Это хорошая возможность действительно пообщаться с разными людьми. Я проходила мимо. И они пригласили меня присоединиться к ним. Не каждый день выпадает шанс пообщаться с известной актрисой. Ну-ну, именно такие взаимодействия, общения характерны для курортных зон. Не могу поверить, что именно эти две затащили ее к себе. Я очень надеюсь, что это неплохо. Я очень надеюсь, что это не повлияет плохо на нее.
Что-то я немного беспокоюсь. Да, тут есть о чем беспокоиться. Вокруг них обеих витает какая-то таинственная, загадочная атмосфера. Аура. Я рада, что они меня пригласили. Я с удовольствием буду наслаждаться общением с ними. Этот нежный шум волн и звук смеха всех остальных очень приятен. Все-таки, какой же прекрасный момент я переживаю сейчас. Отлично. Турбомоды и машины не нужны. Ой, тут все разваливается прямо на части. Да это место заброшено десятилетиями. Или, короче, очень давно. Я не знаю почему, но это даже музыка выключилась. Так, ну тут Септианская церковь. О, символу. Так, ну тут школа. Блин, как-то тут реально жутко. Особенно из-за того, что музыка выключилась. Подозрительно. Колокол на месте, да, на месте. Астор, учитывая, что мы уже переживали с колоколами, всякое может быть. Ну что ж, похоже, дальше уже не туристическая зона. Так, за этим забором, похоже, находится запретная зона, которая все еще находится в... разработки. Его еще строят. И действительно, похоже, отсюда... И действительно, даже отсюда видно, как асфальтированная дорога обрывается чуть дальше. Но все же, по словам менеджера виллы, территория, которую мы только что осмотрели, составляет лишь треть острова. Хм, да уж, это большой остров. Но чтобы обойти туристические зоны, придется, конечно, много походить пешком. Когда думаешь об этих приглашениях,
ли там что-то есть. Но самое подозрительное. Нет. Когда думаешь об этих приглашениях на этом острове, если где-то тут есть что-то подозрительное, то это именно то, что находится за территорией, на территории за этими вратами. Я действительно чувствую запах, что там что-то есть. Что же нам делать? Но в таком случае нам стоит как-то попасть туда? Ну, учитывая, кто нам отправил эти приглашения, у нас нет особого выбора в методах. Мне, конечно, приходится учитывать свое положение брейсера, но если ситуация того требует, то сделаем это. Нет. По крайней мере, давайте на сегодня здесь пока что остановимся. У нас и так полно дел, и мы понятия не имеем, что он задумал. И, возможно, будет лучше не расширять диапазон своего расследования так быстро на такую большую территорию. Вилден, кто тебе такое сказал? Так, опа. Это звонят из виллы. Прошу прощения, что прерываю, пока вы наслаждаетесь своим отпуском. Что случилось? Мы рады сообщить вам, что различные мероприятия, аттракционы, которые мы можем вам предложить сегодня, готовы. О, наконец-то, ребят, все, свобода. Вилден, это не я сказал, а Ван сказал. Но на сегодня с исследованием. Изучением. Так, что тут дальше? Дополнительную информацию вам предоставят в фойе. Так что, если у вас есть время, пожалуйста, приходите туда. Мероприятия и аттракционы на курорте звучит интересно. Ну, раз такое дело, тогда мы надеемся на подробный рассказ позже. Хорошо, будем ждать. Так, отлично. Так, ну, наконец-то. Вот теперь отдых начинается. Дамы и господа, мы вас ждали. Вы говорили о каких-то мероприятиях и аттракционах ранее. Да, мы наконец-то закончили все приготовления, так что вы можете ими воспользоваться. Так, отлично. Поговорите с гидом возле орбал-лодки, которая находится на пляже. И вы сможете заняться парасейлингом над водами, окружающий остров. О, да, вот оно то, что я ждал. Также на территории отеля имеется
автомобиль с открытым верхом для того, чтобы вы смогли насладиться достопримечательностями острова. Вы можете взять его бесплатно на прокат и наслаждаться поездкой. Кроме того, вечером будут дополнительные мероприятия. Так что наслаждайтесь. Сколько всего тут интересного и роскошного. Да, этот курорт действительно отличный. Ну, думаю, стоит насладиться немного отдыхом тут. Ну, нехорошо быть все время прямо в напряжении. Давайте немного расслабимся. Первый раз мы приехали в такое место. Это первый раз, когда я приехал в подобное место не по работе. Поэтому действительно стоит насладиться по полной. Ой, мероприятие и аттракционы звучит весело. Ну что ж, тогда поспешим, пойдем. Ладно, тогда давайте насладимся отдыхом немного, но не переусердствуйте. А с остальным разберемся потом. Само собой, можно также пригласить других товарищей из офиса, чтобы поговорить с ними и провести время друг с другом. О, наконец-то! Спустя 90 часов доступны различные мероприятия и эти коннект-эвенты. Ура! Наконец-то можно качать отношения. Ух ты ж. У нас ограниченное количество действий. Окей. Так, я понял. Что еще? Да ты издеваешься? Я тут отдыхать собирался, она пришла с работой, походу. Так. Здравствуйте. Служба поддержки Мардук. У нас есть новости. Мы продвигаемся с анализом Меркенгарта и обнаружили новый этаж. Так что, пожалуйста, исследуйте его. А, окей, это просто новый этаж. Шестой этаж. Ну, это не обязательно. Ура. Так, ну что ж, посмотрим. 10 очков действия. Так, а вот коннекты у нас только 3. В смысле? О. Так. Ну, Рен, Агнес как бы не обсуждается. Ну, Шизуна и Элейн тоже. Ну, Надя и Суин тоже. Так что, да. Блин, чё так мало дали, сволочи? Давайте на New Game Plus. Так. Сайды есть, сайдов нету, к счастью. Ну, сейчас посмотрим, может, за мероприятие нам дадут что-нибудь. Погнали, покатаемся. Не, ну мы сохранимся и пройдемся по всем. Как бы, какая разница. Мы все равно посмотрим все. Просто в зачет, так сказать, в сейв пойдут только 3 ивенты.
Так, это та самая машина, которую можно арендовать. И я почти что уверен, что это машина брат моей модели. Нет. Это машина брат моей машины, которая является очень популярной моделью. Вот как. Да, это очень щедро с их стороны. Ну что ж, если я собираюсь пойти покататься, стоит хотя бы пригласить двух человек со мной. О, да. Стоит действительно воспользоваться этой возможностью и пообщаться с ними, пока будем кататься. Погнали. Так, кого возьмем? Так. Отлично, и Шизуна есть, и Мариэль есть, и Нина есть. Да вы издеваетесь, все есть. Только золотой бабочки нету. Так, ладно, давайте начнем с Шизуны. Фу, Шизуна. Шизуна, а не Дзита. Да, Дзита тоже есть, если что. Так. Шизуна и Рен. Кстати, это хорошая идея. Вот. Хе-хе. Отлично. Салар нету, к сожалению. Поездка на курорте просто превосходно. Тогда с нетерпением жду. Ну, кстати, да, Рен в купальнике. Машина с открытым верхом. Будет интересно, если монстры нападут на нас по дороге. О, да, очень. Так, а вы обе там сели как следует? Тогда прокатимся. Так, катаемся на машине впервые в серии. Ой, 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 какая физика, ладно. Да, действительно красивый пляж. Да, ребят, прикольно. О, серьезно? Ну, только рук нету, но даже виды с кабины есть. Жесть. Спидометр работает. Не, ну ладно, слушайте, для первого раза это не так уж и плохо. Смотреть на тянок можно? Ну, как бы... О! А, так вот ради чего ребята это сделали. Ага, вот оно как, понятно, Фалком. Красавы. Да, тут бы VR. Такое чувство, как будто это реально для VR сделано. Но VR-режима у Куро нету. О, кстати, мы можем выйти из машины и погулять еще. Серьезно? Это практически GTA, слушайте. Ганган, и кто сырка? Кстати, у нас же внедорожник. Нам же не зря дали такую машину. О!
Если вы спрашивали, почему у нас такая машина, вот почему. Ой. Упс. Ну, не наша. Упс. Да, господи, тормози. Так, а теперь можно то же самое, но кататься по городу, по эдиту. Весь эдит сделать открыто. Новый купишь. Ага. О, кстати. Да блин, эти фразы не сохраняются тут. Кисеки туризма. Угу. Не, ну для первого раза ладно, у них неплохо получилось. Блин, я думал, я смогу тут просто пройти вверх. Не, ну прикольно, прикольно. О, слушай, а тут красиво. Воу. Так. Я бы с удовольствием тут провела время за чтением книги, говорит Рен. Так. И потом Ван говорит, что я вроде прошел все интересные места. Кстати, хорошая идея, Астер. Кстати, оружие есть, на всякий случай, как я вижу. Нет, ну серьезно, у меня реально такое чувство, будто они готовятся действительно... Если не открытый мир сделать в следующей игре, то очень большие локации, которые можно будет исследовать. Если честно, я буду не против. Так, да-да, сейчас идем к алтарю. Просто управление машиной надо еще совладать местами. Так. Увы. Рано, возможно. То, что это тобаш сугика? Хорошо покатались. О, Рен не против еще разочек. Ладно. Так. После этого Ван и остальные разделились и вернулись к своим местам на отдыхе. Так, окей. Погнали, попробуем лодку. Потом покатаемся еще. Ну, 10 очков активности, конечно, неплохо. Она как бы побольше дали. Так, вопрос, кого возьмем с собой? Прокатим. Хотя тут... парашюте полетаем. Гостям предлагается парасейлинг. Испытайте острые ощущения от воздушного путешествия для двоих. Для двоих? Парасейлинг для двоих.
Кого бы попытаться пригласить? Кого бы пригласить? Кстати, Зиты нету в списке. Ее убрали здесь. Ну ладно, только на машине можно прокатать. Мэриэль, кстати, тоже нету. Мэриэль и Зиты нету. Почему-то. Не, ну, концентрат... Не, какие? Нина есть, кстати. О, хорошая идея. Не, ну, концентрат, какие мужчины, ты что? На пляже. Когда столько прекрасных девушек. Парасейлинг. Есть только... Ограниченное количество случаев, в которых можно воспользоваться нечто подобным. Хотя это, скорее всего, отличается от сцен, где я приходила сниматься с парашютом. Ну, как насчет того, чтобы... попрактиковаться на будущее. А, ты думаешь о том, чтобы это использовать как опыт для будущего, как практику? Ой, да, прошу прощения. Вы, Ван Сан, все-таки потрудились и пригласили меня, и я тут такое говорю. Ой, да ладно, ничего такого. Но если ты сможешь действительно насладиться этим опытом сполна, то ты получишь больше знаний для того, чтобы потом исполнить все это в фильмах. А да, вы правы. Так. Ну... И как же это весело. Целый океан. Он словно засасывает тебя в него. Какой приятный ветерок. А то. Ой. Трясет, короче. Какой прекрасный вид, а то. А, мы можем, появилась кнопка закончить. Да не-не, идем до конца уже. Так, прекрасный вид, окей. Сэмпай, а доко кашира? Интересно, где сэмпай? Она пытается найти Джудит. Отлично. Ну, как-то на машине повеселее. Это такое себе, конечно. Так, после этого Ван и его напарница разделились. Вернулись к отдыху. О, плюс 20 дают. Плохо. То есть, по сути... Так, у кого сколько тут? У Ресет одна звезда. Неважно. У Рен тоже одна. Уж.
Безуны тоже одна. Да, вот все персонажи, с которыми можно качать отношения. Да, только вот от них никакого бонуса. О! От Юми от второго уровня мы получили бонус. Параметры Ивана up, ну, увеличивается. Возможно, у остальных тоже. Юме полезно, а то. Ладно, погнали покатаемся. Так, с кем еще покатаемся? Давайте возьмем следующих. Ири. Астер, ну да. Принцессу? Ну, кстати, хорошая идея. Еще Мариэль есть, если что. Так, принцесса, почему вы не в купальнике, алло? Машина с открытым верхом у меня ассоциируется с хорошими перестрелками. Это будет весело. О боже. Ну она егер, что тут сказать. Да, такие машины очень хорошие для них. Большое спасибо за приглашение. Такое чувство, будто мы вместе отправляемся в путешествие. Так. Надеюсь, вы сели как следует. Тогда погнали. Сааде, шиппат синкоу да. Летс го дес. Ну, покатаем девочек. Уми зои ва яппари тэйбан да на. Ой. Хотел полистать чатик, это была плохая идея. Сакамичи да на. Скоши юрэру зэ. Нандака самишии фунэйки дэсу нэ. Тут какая-то одинокая атмосфера. Говорит. И... Тоннелю но саки нива иттай нани га. Ваку-ваку шимасу. Интересно, что находится в конце туннеля? Так захватывающе. Ага, очень захватывающе. Качивайся. Что я задел? Да. Нет ничего плохого, чтобы отдохнуть у такой водички. Опа. Так, древний доисторический памятник на этом острове, как интересно. Ага. Все, обратно. Ганган, и кто стрелка?
Покатались. Дита прямо очень довольна. Так, ну после этого они разделились. Отлично. Так, что там устроим? А, спасибо, Пиктам, за поддержку. Ну ладно, раз так сильно настаиваешь. Ну ладно, надо все-таки с братанами прокатиться. Так, ладно, последнее на сегодня, потом уже продолжим в следующий раз. Так, ладно, берем Кватера и Аарона. Погнали. Вы посмотрите, как Аарон уселся. Может, это тебе еще там, не знаю, принести что-нибудь выпить? Ой, какая классная машина. Если хочешь, я поведу. Кабриолет. Думаю, он в полной мере позволит нам насладиться пейзажем острова. Так, вы двое оба сели как следует. Отлично. Тогда давайте прокатимся. Ему по бокам пару тянок. Ага. Я бы с удовольствием занялся бы серфингом в этом открытом море. Вперед. Скоси юрерзе. Ган-ган икто сирка. Сизумари кайпте нагарна. Здесь чертовски тихо. Соре нари ни сейби саретеру митай да на. Ластер, у нас еще 6 очков действий, и мы всех прокатаем. Астер, сказали, что вечером еще что-то появится. Так что как минимум еще один будет. Ой, стоп, куда я пошел? Конечно, в Кроссбелле была личная машина, но вот самому поездить не давали. Так, иногда очень приятно будет расслабиться в таких местах. Тихо. А, блин, это не добавляется. Короче, Аарон ранее сказал что-то про то, что было бы неплохо тут со скалы прыгнуть прямо вот в эту речку. Кватер, давай ты присоединись ко мне. Ну, Кватер, короче, был против. Так, он что, предлагает залезть туда и спрыгнуть сюда? Окей. Аарон может такое сделать. Он способен. Ганган,
машина реалистичнее, чем в киберпанке поворачивает. Но по сравнению с версией 1.0, я бы сказал, что машины тут реально управляются поприятнее киберпанка местами. Так, окей, закончили, разделились. Не, ну уже сейчас в киберпанке сделали нормально. Обновление 2.0 все-таки стало поприятнее там все. Лучше. Ладно, все. Давайте на сегодня здесь остановимся. И продолжение следует. На следующем стриме будем смотреть линки. И катать девочек дальше. Так что продолжение следует.